Всем привет, друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале, на канале Дневник Журналиста. Значит, хотел бы сегодня вашему обзору предоставить такую вот новость с интересным заголовком. Значит, статья называется «Мы вас сделали, Жириновский жестко унизил украинцев». Давайте я вам зачитаю саму суть статьи, чтобы было понятно, о чем идет речь. Значит, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметился резким заявлением в эфире одного из политических ток-шоу. Украину темпераментный политик назвал искусственным полугосударством, полутерриторией. Яростной речью глава либералов, демократов разразился в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Владимир Жириновский вступил в перепалку с бывшим депутатом Верховной Рады Александром Ковтуненко. Политики оспорили об истории незалежной. По словам главы ЛДПР, Украины никогда не существовало, она была создана большевиками. Мы вас сделали. 80% русских заставили записать себя в паспортах как украинец, заявил Жириновский. Незалежную он назвал полугосударством полутерритории. Ковтуненко в ответ возразил, что украинцы разговаривали на родном языке. В итоге в яростную перепалку пришлось вмешаться ведущим. Ранее Владимир Жириновский высмеял надежды Владимира Зеленского на вступление Украины в Евросоюз. Об этом президент Незалежный заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В связи с уходом Великобритании из Евросоюза наступило подходящее время для вступления Киева в интеграционное объединение. Украину лидер либералов-демократов назвал разворованной и погрязшей в войне страной и призвал тамошних политиков не питать иллюзий. «Это смешно. Украина – страна лимония, чудес и беззакония», написал глава НДПР в своем телеграм-канале. Друзья, такая вот новость. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Очень интересно бы хотелось услышать ваше мнение. Ну а мы, конечно же, вам ответим и обсудим. Отвечаем и на все комментарии, поэтому не забывайте ставить лайки на наше видео, если вам не сложно. Ну и подписываться на наш канал, чтобы не пропускать наши свежие выпуски. На этом я с вами прощаюсь, друзья. До скорых встреч в наших новых видео. Всем пока!